Футбольный клуб «Тюмень» готовится вновь штурмовать вершину второй лиги первенства России. Оргкомитет 4-й группы представил проект календаря. Подопечных Игоря Менщикова ждет непростой старт. Чемпионат должен начаться 24 июля. В этот день «Тюмень» примет на родном стадионе «Геолог» одного из главных соперников в борьбе за повышение в классе «Амкарм Пермь». Во втором туре сибиряки отправятся в гости к Грозному Челябинску. Уже в четвертом игровом дне тюменские болельщики увидят соперничество черно-белых и амбициозного Новосибирска. В 4-й группе второй лиги сыграют 12 команд. На предварительном этапе они проведут по одной игре дома и на выезде с каждым оппонентом. Далее клубы будут разделены на две шестерки, и после дополнительных 5 игр определятся итоговые позиции. ФК «Тюмень» продолжает комплектацию состава. Команду уже пополнили Егор Любаков, Артем Пасько, Ленар Шарифуллин, Владимир Лаптев, Евгений Болотов, Никита Касаткин, Илья Порохов и Александр Каратаев.